Девочки, всем большой привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет, как вы уже поняли из контекста, мои пустые баночки. Их у меня будет несметное количество, поэтому запасайтесь вкусняшками, чайком, кофейком и поехали. Первое, с чего я хочу начать, это такой вот кремушек, который продается в сети магазинах Ева, My Body. 5 в одном. Хороший легкий крем, но подойдет для таких нормальных стоп, да. Если у вас трещины, то, конечно, он вам не подойдет. Он больше такой легкий, на лето, хорошо увлажняет и очень быстро впитывается. Так, дальше. Такой вот кремушек антицеллюлитный, массажный, всем известный. Я думаю, все про него знаете. У нас его купить нельзя. Вот, это белорусская косметика. Крем хорошо разогревает, он... Если делать, конечно же, все в комплексе, то хорошо работает. Вот. А дальше. Мой любимый продукт – это такое вот масло для тела. Мне безумно нравится. Оно действительно хорошо работает. Но именно вот это написано «разогревающее». Нет, я не почувствовала какого-то разогревающего эффекта, но масло мне нравится для увлажнения. Дальше, такой вот тоник «Камбуча» от Лерен, это польская косметика. Хороший тоник, он действительно не сушит лицо, он без спирта, но у него не очень приятный запах, как по мне. Он пах каким-то таким зеленым чаем, не знаю, мне не очень понравился запах. Именно из-за этого я его больше не куплю. Дальше, мои любимые красочки закончились. Красилась я, крашусь я раз в месяц. Мне больше нравится сине-черная, но когда я не нахожу ее, то покупаю такую, но именно от сине-черной волосы круче блестят. Вот, эта краска, если не ошибаюсь, болгарская, но могу ошибаться. Вот, мне волосы не пересушивает. Далее, закончился у меня вот такой вот скрабчик шоколадный. Покупала просто в сети магазинах «Аврора», я просто обожаю эти скрабы. К сожалению, сейчас их нет в наличии, нет в продаже, но они очень круто скрабировали, очищали кожу, поэтому кто найдет, прям берите побольше. Дальше. Такой вот спрейчик у меня закончился. Это у нас «Доктор Санте». Макадами. Мне нравилось, знаете, не на свежепомытые волосы, а вот когда я уже денек с ними походила, они у меня запутались после ветерка, вот, и я использовала его. Он помогал мне легко расчесывать волосы, он их увлажнял. Здесь очень удобная такая вот помпочка, распылитель. В принципе, неплохая такая штучка за минимальную цену. Далее. Такой вот, такая вот водичка закончилась. Это у нас гидролат розы. Мне очень нравится, тоже покупаю в «Авроре». Вы знаете, иногда там бывают такие прикольные штучки для увлажнения лица. Использовала также для глиняных масок. Ну и просто даже на волосы, на тело. Летом эти штучки у меня улетали просто в неделю. Далее закончился у меня вот такой вот скраб тоже, но он мне не закончился, девочки, это просто история года. Он у меня испортился, я его хранила неправильно, оказывается, такие скрабы нужно хранить в холодильнике. Я этого не знала, естественно, инструкцию я не читала, как обычно, и он изменил свой запах, изменил полностью свои свойства, поэтому я его выбрасываю. Хотя пах он очень круто, апельсин и корица, такой новогодний аромат. Вот, ну, к сожалению, я его выбрасываю. Дальше. Дальше у нас с вами такая вот штучка от Лерен. Дарила мне подружка. Это подтягивающий скраб для ягодиц. Хороший. Он очень приятно пах манго. Вы действительно знаете, когда вы в Египте покупаете манго, сочный, спелый, разрезаете его. Вот так для меня пах этот кремушек. Хороший. Ну, прям сказать, что он там что-то подтянул, нет, но мне особо подтягивать-то и нечего. Вот, ну, хорошая штука, побаловаться. А дальше, такой вот от Pink Victoria's Secret закончился Rose Water. Такой очень интересный продукт, но он немного липковатый, вы должны это учитывать, что где-то 3 минуты приходится походить голяка, чтобы он впитался.
вот, обнаженным, чтобы все не прилипло у вас, одежда, халатик, пижама после душа. Объемы здесь хорошие, пах действительно розы, поэтому кто не любит запах болгарской розы, то проходите мимо, потому что он имеет очень концентрированный аромат. Кожу очень хорошо увлажняет, но подойдет преимущественно для лета, мне так кажется, потому что очень легкое увлажнение. Дальше, такой вот шампунь у меня закончился, я вам показывала в прошлом влоге, по-моему, бальзам. Ну, в общем, сейчас у меня две масочки остались от этого бренда. Мне не безумно нравится. Одна у меня Repair, вторая у меня увлажняющая. Обе классные, обе хорошо напитывают волосы. В сочетании с шампунем я видела лучший результат, потому что, ну, вот волосы как-то были мягче. Вот. Шампунь сам по себе не пробовала, только в комбинации с бальзамом и с маской. Ну, могу посоветовать. Он приятно пахнет, хорошо промывает волосы, и они становятся спутанными и жесткими. Ну, по крайней мере, у меня так. Вот. Раньше покупала в сети магазина Watsons. Так. Еще одна маселка. Это уже расслабляющее. Кстати, оно мне нравится больше, чем разогревающее. Оно прям такое с лавандочкой, такое успокаивающее. Так, снова у меня водичка. У меня их будет много. Использовала. Дальше. Такой вот кремушек для рук. Я вам всегда их показываю. Говорю, что лучшая крема для рук у меня от Avon. Как бы это смешно ни звучало, но я обожаю эти крема. Они прекрасно пахнут и хорошо питают руки. Особенно сейчас, в холодное время года. Так. Снова попадается мне вот эта краска. Давно я вам не снимала пустые банки. Так. Дальше. У нас вот такой вот крем для ножек. Это у нас Superfood. Крем тонизирующий. Неплохой. Это был большой объем. Ушел у меня за месяц. Вот. Хорошо увлажнял кожу ног. Дальше. Rexona. Неплохая защита. Мне, в принципе, нравится либо Rexona, либо Dove. Это два дезодоранта, которые я использую для защиты от пота. Дальше. Такой вот кремушек, крем-краска для бровей. Очень хорошая, мягкая, дает такой натуральный цвет бровям. Я беру обычно шоколадный, либо темно-коричневый, либо светло-коричневый, в зависимости от настроения. С ней легко работать. И, в принципе, она держится где-то неделю у меня. Далее. Патчи золотые у меня закончились. Хорошие, круто тонизируют, хорошо увлажняют, могу советовать. Дальше. Такая вот штучка у меня закончилась от Laneige. Это у нас была ночная маска для лица. Очень хорошая, девочки. Она не оставляла следы на подушке. Она круто питала кожу. Единственное, ее минус – это маленький объем. Она очень быстро закончилась. Я пользовалась где-то раза 2-3 в неделю, но все равно она ушла у меня очень быстро. Далее. Маселка для кутикулы у меня закончилась с лимоном. Очень классно, я люблю эту марку. Так, у меня что-то тут потекло. Дальше, такой вот скраб для губ, тоже, кстати, покупала в Авроре. Очень-очень классный, девочки, прям стоит копейки, но реально хорошо очищает кожу губ. Дальше, такой вот штучка от Vivienne Sabo. Это у нас был для бровей. Для бровей. Ой, отпала кисточка, все отпало. Коричневый. Мне очень нравился, девочки. Вот прям советую. Очень классно, хорошо, прям натурально прокрашивает пустоты бровей. Смело тоже могу советовать. Дальше. Тушь моя любимая. Fiberplast от Eveline. У нее очень крутая щетка. Она не быстро сохнет. Хорошо ресницы удлиняет и дарит объем. Всегда ее беру и буду брать. Дальше. Моя любимая вишенка закончилась. Это тоже для кутикулы. Очень приятный аромат. Прям вот Tom Ford вишня, либо вишневый компот. Очень классно. У меня всегда он должен быть в наличии. Он круто увлажняет кутикулу. И вот прям этот аромат, он сводит меня с ума. Так. Ну и мы переходим, наверное, к масочкам, да? У меня их очень много. Так, ну это вот такие вот патчи. About. Они идут как маска, очень круто увлажняют. Они ложатся и на нижнее веко, и на верхнее. Так что советую, покупала в Еве.
Дальше такая вот маска у меня от Bio Aqua с черникой. Тоже мне очень нравится, у них очень крутое лекало. Ничего нигде не спадает, она хорошо пропитана, супер. Дальше такая вот масочка с вишней тоже. Боже, я обожаю аромат вишни в косметике, это прям невероятно. Очень хорошее увлажнение. Дальше такая маска у нас с экстрактом лотоса, тоже классная. Такая маска от Bio Aqua с алоэ. Она уже такая более, знаете, пропитанная, прям вообще. С ней можно ходить около часа. Так, опять же, вишенка. Тоже хорошая. Обожаю, обожаю. Вот этот вот интересный аромат был. Это с лососем маслом, насколько я понимаю. Ну, такой, знаете, рыбного запаха нет, но... Такой какой-то не очень приятный, но очень хорошее питание было от этой маски, я прям помню. Вот эта маска мне очень нравится, угадайте почему? Конечно же, кокосик. Я его обожаю, прям имел очень приятный аромат, хорошо увлажнял кожу. С яблочком тоже имел подтягивающий эффект, мне понравилось. Дальше, конечно же, маска с медом, я не могла пройти мимо нее. Запах меда просто невероятный. И вот такая интересная маска, я про нее читала, производитель, если не ошибаюсь, Объединенные Арабские Эмираты, но я могу ошибаться. Очень классная, она двойная, она реально черная, здесь был крем специальный после маски, то есть уход после маски, Дизао. Очень классное у нее оформление, вот, ну, не пройдешь мимо такой упаковки, да, девочки, она прям так и манит, чтобы ее купили. Вот, хорошая маска, мне понравилась, но больше, к сожалению, я ее у нас пока не вижу в магазинах. Так, такая вот маска от Greenway тоже мне очень нравится. У них вот есть серия в Еве с авокадо и с кокосом. Обе очень достойные, именно цвет лица после них просто невероятный. Дальше, такая маска с коллагеном тоже очень классная, хорошо увлажняет. Такая масочка с жемчугом тоже классная. Ну и эти такие уже повторки. Вот, тоже. Видите, сколько масок я использую. Я маски просто обожаю тканевые. Я постоянно через день делаю себе, иногда и каждый день, но чаще через день делаю тканевые маски. Вот, поэтому они у меня улетают пачки просто очень быстро. Я люблю. Для меня это такая спа-рутина на дому. Я расслабляюсь, я наполняюсь. Вот, я обожаю ухаживать за лицом, за телом, за волосами, это просто, особенно сейчас, да, в такое нелегкое время. Вот это с медом, кстати, тоже очень классно пахнет. Все, девочки, это были все мои пустышки за сентябрь, наверное, за октябрь месяц. Вот, спасибо за то, что вы были со мной. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, то обязательно пишите внизу в комментариях. И всем пока-пока.